К другим темам. Общецерковная аспирантура и докторантура имени святых Кирилла и Мефодия отметила десятилетие. Она создана по инициативе святейшего патриарха Кирилла в марте 2009 года. В ее стенах ежегодно готовят научных и научно-педагогических работников в сфере православной теологии. Свою деятельность общецерковная аспирантура ведет при интенсивном партнерстве с российскими и зарубежными вузами. Сюжет Галины Ледвиной о том, как прошел актовый день по случаю юбилейной даты. Общецерковная аспирантура располагается в помещениях Черниговского подворья. По окончании божественной литургии в храме в честь мучеников и исповедников Михаила и Федора участники торжеств проследовали в храм усекновения главы Иоанна Предтечи, где состоялся торжественный акт. Приглашенные гости – это представители органов государственного управления и ректората партнерских вузов. Ректор общецерковной аспирантуры митрополит Иларион в приветственном слове напомнил, с какой целью было создано учебное заведение. Подготовка высших богословских кадров, церковных ученых, формирование необходимых условий для образования современных научно-исследовательских учреждений и институтов по различным богословским профилям. Выполнение этих задач связывается сегодня в первую очередь с созданием и функционированием общецерковной аспирантуры и докторантуры. За прошедшие годы это учебное заведение Православной Церкви проявило себя в образовательной, научной, а также издательской деятельности. На собрании были представлены изданные аспирантурой учебники для духовных школ и теологических кафедр. 34 учебных пособия сейчас находятся в работе. Особо владыка остановился на научной деятельности. В общецерковной аспирантуре регулярно организуются научные конференции и семинары. Ежегодно проводятся ставшие традиционные международные конференции по патристике и по библеистике. И мы на эти конференции приглашаем ведущих ученых из разных стран мира. В июне 2017 года нами была организована первая, а в ноябре 2018 вторая Всероссийская научная конференция «Теология в научно-образовательном пространстве». Третья конференция пройдет в ноябре этого года. В 2018 году аспирантура получила государственную аккредитацию по направлению теология с правом выдачи диплома гособразца. На аспирантском уровне проводится программа «Актуальные проблемы богословия». Действует ряд магистерских программ. Реализуются совместно с Высшей школой экономики такие курсы, как «Философия и история религии», «Каноническое право». Ректор Высшей школы экономики отметил. Совместный сетевой проект «ОЦАТВШИ» открывает перед студентами уникальную возможность стать одновременно магистрами юриспруденции и магистрами теологии. Это стало возможным в первую очередь благодаря огромным трудам Преосвященнейшего Владыки Илариона, который в кратчайшие сроки со своими соработниками проделал уникальную работу по возрождению в России теологии как науки. Актовый день продолжился приветственными выступлениями гостей. Завершилось торжественное собрание молитвой перед мироточивой Казанской иконой Божьей Матери.